Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прокачка нашего бардика, которого мы получили на тестовом аккаунте. Решил я его прокачать, потому что мне он нужен для прохождения некоторых локаций, также для тестов, ну и, конечно же, для PvP-локаций, и как атака портов, и битва гильдий. Я не помню, мы его открыли или нет. У нас куча у нас героев, а мы его не открыли еще. Так, отлично. У нас бесплаточки. Такс. Такс. Так, хорошо, есть. Открыли, поехали. Будем качать. Делать аугментацию. И тестировать. Потом я буду уже его на своих героев, против своих героев. И ждите интересную тему насчет барда сегодня. По поводу... Сами увидите, чего. Не буду рассказывать. Такс. Темочка. Ставить что-то по герою. Поэтому ринку поставили. Так, вообще отлично. Сразу же качаем максималку. О, Зашка топчик. Так. Ну, где использовать, я уже не раз показывал, но сегодня это один из неубиваемых героев. И его реально сложно слить, но можно. Есть некоторые нюансы, я думаю, про это специально запишу отдельный видос. По поводу того, что с ним делать. Ну и как обезопасить себя от его слива. Как оказалось, есть некоторые нюансы. Ну, кто следит за основным аккаунтом, те знают, что там мой бард начал сливаться. Есть на то причины определенные. Такс, есть, отлично. Суперманы нет. Там у нас на рынке. Понятно все. Все с вами понятно, HG. Даже не подумали про ман. Блин, реально, на моей силе сейчас фармить это такой емор будет с этой маной. Так, нам надо сюда еще достать на этот аккаунт Мэри и Лисичку. Ну, нового героя, героиню точнее, пока бессмысленно доставать, как она этих денег не стоит. Которые за нее просят. Так, качаем скилл. Да, ресурсы на серваке не ограничены, вообще никаких проблем. Сделал то. Мне нравится английский сервак, то что здесь расходники даже есть. Надо с маной что-то решить, потому что вот это вот не вариант. А, у нас же, подождите, у нас же есть. Я парюсь. Кстати, мы здесь еще АК-волну не прошли. Надо будет постараться. Так,
Блин, нифига ману не даю. Чё за западло? Так, эволюция есть, поехали делать аугментацию. Ну, я уже показывал, самый оптимальный для него вариант это СС-ка. Я гляну, у меня, или у меня СС-ка здесь есть. По-моему, должна быть. Давненько я уже чары здесь вытаскивал. Так, аугментация сделана. Идеального барда. Есть, отлично. Единственное, что здесь печально, это супер питомцы. Супер пэтов, конечно, надо будет тоже доделать. Так, 85. Ну, надо хотя бы одно уклонение, отлично. Тут тоже, в принципе, уклоны хотя бы пятых, 4-5 надо. Смотрим, как падает. На основном аккаунте просто сыпет. Классно. А здесь, конечно, может быть, как обычно, просак. Печально все. Где, блин, уклонение IGG? Сколько у нас там было? 47к, я что-то не посмотрел. Да, где-то 47 или 48. Посмотрим, сколько в итоге у нас останется, пока мы доролим. Так, еще одна пятерочка, отлично. Давайте уже, чё за фигня? Да, однако. То, о чем я говорил, что уклонение это самый геморрой. Это самая на сегодня затратная часть, наверное, прокачки героя. Героя получить можно за копейки, а прокачать его нормально стоит ресурсов. Просто тупо не сыпет. Что за фигня? 7к и только два уклонения пятых. Да вы что, убираете? Тройка. Жесть. Что за фигня? Пособие того, как просрать самоцвета на одного героя. То, о чем я и говорил, что это такой рандомчик. Просто жесть. У нас будет хоть одна еще пятерка? Или нет? Или можно выходить и дальше не стараться не ролить? Да, ребята, вот так вот самоцветы улетают. Да ты что, наконец-то еще одна пятерка. А еще одну дадите? Окей. Наконец-то, наконец-то Рогили. Хотя бы минимум надо 6,
чтобы было, чтобы был активация бонуса с той чарки. Да. Ну, знаете, сейчас, с другой стороны, этот герой реально того стоит. Если у вас есть бард, влить в него нормальные ресурсы, у вас не будет проблем со многими локациями. Ладно, оставлю такую тему, пока не буду трогать. Потому что нифига не падает. Такс. Отлично, поехали дальше. Прокачиваем. Что ману вообще не дает, практически зажлобились, короче. Единственное, что надо будет еще обычных питомцев для битвы гирли, для такого варианта, если проходить БГ этим героем соло. Надо питомца все-таки 35-го, потому что в топах будет очень сложно открывать здание. На топах бывает, ну сейчас в среднем 2-2,5 минуты уходит, бывает даже такое. Так. Блин, жесть. Как это я провтыкал опять ману закупить? Называется, хотел качнуть героя по Берику. Да. Так, а что у нас тут по судьбе? Какой сможем качнуть скилл. Да, надо что-то делать с волной, потому что ее надо пройти. В принципе, у нас на этом аккаунте герои все, которые нужны для прохождения, есть. Единственное, что у нас не прокачаны еще здания, но для этого я специально добрал молотки, ну и скины надо будет, конечно же, нам докачать. Без этого никак. Ну, я надеюсь, в ближайшие дни мы пройдем. Полно АК, по крайней мере, я буду стараться зафармить ее. А вдруг кто-то угадает в ближайших три леги. И заберет аккаунт фулловый. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поехали, качаем скилл. Ну, надо больше в линейке героев прокачать хотя бы на вторые эволюции, чтобы можно было сделать 14-е скиллы, а то максимум у нас 12-е и 13-е будут. В принципе, разница 13 и 14 только на некоторых героях есть, а так и 12 скилла хватает на сегодня за головой. Тоже не хочется сильно раздувать силу. Так вот, до 13-го докачали даже. Отлично. 13, 13, 10, 10. Единственное, останется здесь еще подкачать. Под эмблемку. Ну, поехали посмотрим так в рейдике. Что он себя будет представлять.
Надо еще, конечно, истинную веру девяточку сюда получить. И тогда будет вообще песня. Ну а так вот вам герой, которым можно будет свободно бегать против зефиров. Причем, посмотрите, он у нас еще без прорыва. Вот у нас дамажит зефир, там другие герои, ворожей. Что еще надо, вот скажите? Это именно тот герой, которого для битвы Гидли, если вы хотите ее проходить, действительно стоит качать. В принципе, все. Дальше я буду уже прокачивать прорыв. Пишите комменты, ставьте лайки, ну и ждите новых тестов, новых видосиков и видосика про то, как Бард сливается. Все, всем удачи, всем пока.